Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бұл ел мен елші бағдарламасы. Израиль мемлекеті мен Қазақстан тығыз байланыстағы елдер. Біз қазір осы елдің Қазақстандағы елшілігінің қасында тұрмыз. Қазір елші мырзамен сұхбаттасамыз. Қазақстан мен Израиль мемлекеттерінің арасындағы қарым-қатынас 1992 жылы орнай бастады. Осы жылы Израиль елінің Қазақстанда елшілігі ашылса, араға 4 жыл салып, біздің мемлекеттің өкілдігі Тель-Авивте жұмысын бастады. Екі елді экономикалық байланыстан бөлек тарихи оқиғаларда жақындата түседі. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде 8000-нің үстінде еврей қазақ даласынан пана тапқан еді. Бүгінде қос тарап мәдени байланысты дамытуға мән беріп отыр. Здравствуйте. Еще раз. Господи, посол, да, очень приятно с вами познакомиться. Спасибо за это. Давайте тогда расположимся. Садитесь. Все, пожалуйста. Садитесь. Құрметті елші мырза, сіз біздің телеканалымызға сұхбат беруге келіскеніңізге шын жүрегімізден рахмет айтамыз. Өйткені Израиль мен Қазақстанның қарым-қатынасы өте тығыз. Алдымызда үлкен болашағымыз бар деп ойлаймын. Өйткені Израиль елі дамыған ел, білім жағынан, экономика жағынан, барлық сала жағынан экономика өте мықты елдердің бірі деп. Мынау біздің ел арасындағы, Израиль мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынасты қалай бағалайсыз? Өйткені осы екі елдің арасындағы қарым-қатынас даму керек, оны арман қарай өсіру керек. Спасибо вам, очень рад принимать участие в вашей программе. В следующем году мы отметим 25 лет нашим отношениям, дипломатическим отношениям между Израилем и Казахстаном. И за эти 25 лет у нас сложились очень добрые, очень теплые взаимоотношения между странами, между лидерами наших стран и, я думаю, что между народами, поскольку у нас много общего, у нас общая история. И наши отношения не начались 25 лет назад. Евреи появились вообще здесь, в Средней Азии, много веков назад. И с тех пор продолжается наша дружба, продолжаются теплые взаимоотношения. Я думаю, что важно отметить один момент в истории наших отношений. Это период Великой Отечественной войны, когда сюда, в Казахстан, в другие страны Средней Азии приехали евреи из европейской части Советского Союза, из Восточной Европы. И были здесь очень тепло приняты, получили возможность обрести здесь второй дом и спастись от тех ужасов, катастрофы, которые происходили в эти годы в Европе. Многие из них остались здесь и создали здесь семьи, создали свой новый дом. Потом многие из них уехали в Израиль, и в Израиле это наша история. Сегодня в Израиле живут выходцы из Казахстана. С России. Из России, конечно, из Украины. И в Казахстане есть довольно большая еврейская община, в основном в Алмате, ну и в других городах Казахстана. И благодаря этому наши отношения – это не просто отношения между странами, которых связывают общие интересы, а это отношения между двумя народами, и это личные отношения. Кроме этого, основные направления – это, конечно, медицина. Уровень израильской медицины хорошо известен в Казахстане. Здесь приезжают израильские врачи довольно часто, приезжают пациенты из Казахстана, проходят лечение в Израиле. Ну, наверное, можно перечислять и другие области, где у нас есть сотрудничество или есть потенциал для сотрудничества. Это альтернативная энергия. Тема очень актуальна сегодня, поскольку Экспо летом 2017 года будет посвящено этой теме альтернативной энергии. И на этом Экспо у нас будет павильон израильский, в котором, я уверен, мы покажем самые последние достижения израильские технологические в области зеленых технологий, альтернативной энергии. Я уверен, что этот павильон вызовет большой интерес и у посетителей Экспо, и у бизнес-сообщества
Так что мы с интересом смотрим на наши отношения, особенно в ближайшее время, в ближайший год. Очень много должно произойти позитивного в этих отношениях. И в этой связи хотелось бы еще отметить визит премьер-министра Бениамина Нетаньяху, который планируется на декабрь этого года, буквально через несколько месяцев, за несколько дней до Дня независимости Казахстана. Я уверен, что и атмосфера будет праздничная и соответствующая. И мы ждем этот визит, потому что это первый визит премьер-министра вообще в Среднюю Азию, вообще в регион, и в том числе в Казахстан, за 25 лет наших отношений. О, это, наверное, даст новый толчок нашим взаимоотношениям. Я уверен, что это будет очень важный визит, можно сказать, исторический визит. И уверен, что нам удастся выйти на новые направления в наших отношениях и используя тот потенциал, который у нас есть и в плане политических контактов, и в плане сотрудничества бизнеса, в плане научных контактов, в плане культурного обмена. По всем этим направлениям я уверен, что визит премьер-министра станет, во-первых, ярким, важным событием, во-вторых, позволит нам добиться очень многого. Біздің кәсіпкерлер, Израиль еліне қандай салаларға барып, қандай отрасльдарға барып жұмыс деген дұрыс деп, соны айтсаңыз. Өйткені біздің кәсіпкерлер Израильға барса, қай жақта барып, қай салаға жұмыс деген біліп барғаны өте дұрыс болады деп ойлаймын. Казахские бизнесмены проявляют интерес к Израилю. Есть очень много контактов, много визитов бизнесменов, в том числе и инвестиций со стороны казахских бизнесменов, прежде всего в израильские высокие технологии. Главное в экономике Израиля – это, конечно, высокие технологии. Недаром нас называют «Startup Nation» – государство, которое сумело добиться успехов именно в области инноваций, стартапов. И это то, что привлекает сегодня бизнесменов. Возможность сделать инвестиции в этой довольно новой области инноваций, стартапов и воспользоваться тем, что эта область быстро развивается. Есть колоссальный интерес во всем мире к израильским разработкам, техническим, технологическим. И я думаю, что это по-прежнему будет привлекать бизнесменов из Казахстана. С другой стороны, есть и другие области, традиционные области, такие как строительство, например, или туризм, или область энергетики, которая может привлечь бизнес, казахстанский бизнес. Вы знаете, наверное, что недавно Израиль открыл месторождение газа. Впервые вообще за нашу историю мы нашли какие-то полезные ископаемые на нашей территории. Всю жизнь мы считали, что у нас ничего нет. Но буквально недавно обнаружили месторождение газа, несколько лет назад обнаружили довольно серьезные запасы газа недалеко от побережья Израиля, на севере Израиля. И сегодня многие страны проявляют интерес к этим месторождениям, к разработке месторождений, к возможности импортировать израильский газ. Я думаю, что и Казахстан тоже может участвовать в этих процессах. Михаил Мирза, сіз мынау біздің елге келгелі 8 ай болды. Осы 8 айдың ішінде сіз көп нәрсені білдіңіз, көп нәрсені көрдіңіз. Осы біздің ел туралы, біздің елдің дамығаны қалайсыз, бағалайсыз? Соған көзқарастарыңыз қарай, қай жағынан біздің дамуымыз ашамалы, сіз қандай сондай біздің қарым-қатынасқа, біздің даму үшін қандай ұсыныстар бересіз? Ну, прежде всего, мы рассматриваем Казахстан как основного экономического партнера в Центральной Азии, страну, которая добилась наибольших успехов в этом регионе в экономическом плане, в плане своего развития, в плане экономических реформ. Сейчас, я думаю, непростой период экономический для всех, не только для этого региона, но вообще в мире сейчас очень много проблем в плане экономики. Кризис, который сегодня коснулся, я думаю, всех стран, в том числе и Казахстана. Я думаю, что экономика Казахстана находится в неком переходном периоде отхода от сырьевой экономики и перехода к экономике современной нового типа, когда будет делаться акцент на обрабатывающих сферах, на современном сельском хозяйстве. Те реформы, которые проводятся сегодня в Казахстане, я считаю, что это абсолютно правильные реформы. Они очень положительно скажутся на экономике Казахстана.
И, конечно, те возможности, которые сегодня открывают международные соглашения, в которых Казахстан участвует, это в том числе Евразэс, это вступление Казахстана во Всемирную торговую организацию, это проекты, связанные с Китаем, «Новый шелковый путь». Все эти проекты очень многое дадут для экономики Казахстана, а мы рассматриваем эти проекты как возможность для Израиля, израильского бизнеса увеличить свое присутствие здесь, более активно сотрудничать с Казахстаном, возможно, производить продукцию, которую можно затем будет продавать и на российский рынок, и на китайский рынок. Возможности здесь колоссальные, которые мы до сих пор еще не используем. Құрметті Елші Мырза, мынау сіз осы орысша жақсы сөйлей білесіз, біздің елде міне тұрып жатсыз. Осы қалай посол болдыңыз? Осы жерде қандай сіздің жетістіктеріңіз болды? Сол туралы, өзің туралы айтып кетсеңіз, біздің көрермендерге жақсы болады деп ойлаймын. Спасибо. Я родился в бывшем Советском Союзе, уехал в Израиль в возрасте 18 лет. И уже 15 лет работаю в МИДе, Министерстве иностранных дел Израиля. Был в нескольких командировках в Москве, потом в Лондоне. И первый раз был назначен послом в Казахстан. И приехал сюда примерно 8 месяцев назад, в конце прошлого года. И несколько позже ко мне присоединилась моя семья, жена, двое детей, которые пошли здесь в школу в Астане. Уже ходят. Да, да, ну они уже довольно взрослые, ходят здесь в школу. Пока все очень довольны, Астана очень нравится. И вообще Казахстан, как всегда, наверное, традиционно встретил очень хорошо и очень тепло. Ну, видите, значит, вы знаете наш менталитет, представляете, прекрасно говорите. И, соответственно, как вы говорите, уже вошли всей семьей и работаете. И очень приятно, что у вас так хорошо получается. Ну, вот вы говорите, что с 92 года у нас установились дипломатические отношения. За следующий год у нас будет 25 лет нашим взаимоотношениям. А в этом году у нас 25 лет нашей независимости. Хотелось бы услышать ваши пожелания. Прежде всего, я желаю народу Казахстана процветания. Всем и каждому в отдельности желаю здоровья, успехов. И еще хочу пожелать не потерять те положительные моменты, которых удалось добиться здесь, в Казахстане, те достижения. Я думаю, что одно из главных достижений Казахстана – это межнациональные отношения. Это то, что я чувствовал, и то, что я знал, и читая о Казахстане, то, что слышал от людей, которые жили в Казахстане, о том, что здесь всегда большое значение уделялось межнациональным отношениям, поддержанию очень хороших и дружных отношений между разными народами. И я хочу пожелать вам, хочу пожелать народу Казахстана, чтобы эти отношения продолжали оставаться такими же дружными, такими же благожелательными, как они были на протяжении, пожалуй, всей истории Казахстана. И недаром здесь живут представители очень многих народов, недаром уделяется такое большое внимание отношению между народами и поддержанию разных культур, разных языков. Я хочу вам пожелать, чтобы эта ситуация оставалась такой же благополучной, как она и была все эти годы. Құрметті Елші Мырза, сіз мынау маңызды жауаптарыңызға сізге көптен көп рахмет айтамын. Ойлаймын, алды уақытта да біз осылай кездесіп, сізбен сұхбаттасып тұрамыз деп. Сізге көптен көп рахмет, ғұмырыңыз ұзақ, күндеріңіз сәтті болсын. Рахмет.